Всем привет, я Димас. Сегодня мы для вас будем готовить самый необычный салат. И для этого нам понадобится главный ингредиент. Это капуста белокочанная. Мало кто делает такой замечательный салат. Реально очень вкусный. Помимо капусты мы будем использовать морковь. Буквально вот я взял одну морковку маленькую, чтобы придать оттеночек такой морковный. Также возьмите яблоко. Лучше, конечно, брать яблоко сезонное. Счищите всю кожуру, потому что она точно вся пропитана ядом. Также будет присутствовать уксус. Лучше взять яблочный, он более пряный, более ароматный, чем обычный столовый. И масло ароматное, очень вкусное. Кто не любит, обычное добавьте. Также соль обычную возьмем и сахар. В принципе, нам больше ничего не понадобится для этого салата. И начнем приготовление. Отрежем одну третью часть. Удалим лишние листья, которые некрасивые, либо там с почернением. Ну вот, друзья, мы нашинковали нашу капусту и по традиции, как обычно, немножко присаливаем ее, дабы, когда будем мять сейчас, чтобы больше сока было. Да и просто обычной рукой. Если у вас есть желание, оденьте перчатку. У меня в семье никто так не делает. Если мама делает салат, всегда без перчаточек, чистой рукой мнет, то будут потом писать в комментариях, что грязные руки. Руки чистые, помыли. Для этого, естественно, возьмите побольше какую-нибудь емкость, поглубже, чтобы как бы не разлеталась у вас капуста по кухне там или в каком помещении вы делаете это. И как бы вам реально будет намного удобнее это мешать. Просела у нас капусточка. И берем, натираем нашу морковку. Вот супер терка какая-то. Купил на пакистанском рынке. Как бы такая небезопасная она, но прикольная. Кто любит морковки побольше, да, ну, добавьте побольше. Можете на обычной терке натереть. И берем наше яблоко, самое вкусное. И, как я говорил, очищаем ее от кожи. И тоже вот на этой терочке натрем. Можете обычную терку взять, я как говорил, это не имеет значения. Либо ножом нарезать. Еще немножко соли добавим. Буквально прям пару щепоточек. Сахарку, естественно. Где-то чайную ложку. Уксус. Столовую ложку, если что будет мало, мы попробуем, добавим еще. И масло растительное с запахом. Ложечки 3 для аромата. И все, аккуратно это перемешиваем, ну, уже с помощью ложки. Если вы в перчатках, можете перемешать. Просто я не мешаю, потому что масло голой рукой. Пошел уже приятный вот аромат, вот этот уксус, сочетание с капустой яблочной. И яблочком просто безумно пахнет. Поверьте мне, не ленитесь сделать. Попробуй, что у нас получилось. Чуть соли еще добавим. Буквально щепоточку. Также маслица еще подольем. Чтобы было посочнее у нас. Столовую ложечку. Пол столовой уксуса еще дадим. Все, салат в принципе готов. Ну, хрустящий, нежный. Но фишка в чем в этом салате? Дайте ему отдохнуть. Ну, где-то полчасика, час. Уберите его в холодильник, чтобы он не был теплым. Он настоится, капустка возьмет свои и соль, и уксус, и масло в себя. И будет еще вкуснее. А тут он хрустящий, но полноты вот этой отдачи нету. Просто сейчас берем, ждем полчасика и опять с вами увидимся. Ну вот, смотрите, друзья, у нас прошло где-то полчасика. И получился вот такой замечательный салат капустный. Очень простой. И будем пробовать, что у нас получилось. Очень хрустящий, довольно-таки сочный. Так что приготовил для вас салат. Замечательный такой, простой, элементарный и вкусный. Подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. Может быть, этот салат наберет миллионы, кто знает, просмотров. Лайк, дизлайк, с вас комментарии пишите, делайте такой салат. С вами был Димас, оператор Антон и вся банда Кукс Бразер Хукс. Все, пока-пока.